Самолет уральских авиалиний совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском. Пострадавших нет. Воздушное судно передвигалось по маршруту Сочи-Омск. Росавиация сформировала комиссию для расследования происшествия. Борт успел выйти на предпосадочную прямую в Омске и получить разрешение на посадку. У воздушного судна не открылись закрылки. Из-за этого самолет не смог приземлиться в пункте назначения, так как в местном аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса. Затем экипаж сообщил о неполадках и ушел на второй круг. Потеря гидравлики. Сейчас зону ожидания выполним и далее подскажу вам. 1383, круг понял. 1383, принимаем решение на Новосибирск. После этого пилоты поняли, что система не заработала. Они приняли решение лететь в Новосибирск, где лучше техническая база. Самолет Airbus 320 подал сигнал тревоги, а затем совершил аварийную посадку. Приземлиться пришлось в поле рядом с селом Каменка. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. Приехали автобусы, пожарные. Ручной уклад спустили. Все разобрали все. Теперь на автобусах повезут в село Московка Новосибирской области. На борту находилось 167 человек, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Их временно разместили в местном доме культуры. Хочу выразить огромную благодарность пилотам и экипажу за то, что они нас спасли. Это какое-то чудо. Сейчас Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства экстренной посадки самолета. Возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.